пропускает перед ним соперник. Алексей Пустозеров, классный отбор получился. Передача в центр. Так, а здесь показывает, ни игры нет. Башкиров остался без клюшки, неуверенно выводил эту шайбу. Это приводит к голу. Владимир Бутузов. Это дубль, это 3-4. Рашевский. 1-1. И тоже исполняет, так исполняет. Поедем. Тамара. Еще момент. Гол 2-2. Ну я же сказал. Я же сказал, что все самое интересное только начинается. Евгений Митякин. Адмирал. Причем две вчера Амур не забивал. Начинается-то меньшинство. Ой-ой-ой-ой-ой! Ха-ха! С какой шайбы начинается это меньшинство? Они пришли здесь менять статистику армейскую. И свое. Гол! 3-3! Это 3-3! Это Игорь Мартынов! Подобрал шайбу. Вперед в сторону Хохлачев. Передача. Александр здесь пытается. И забивает Хохлачев! За минуту и секунду до конца первого периода. Классный гол Хохлачева в касание по скачущей шайбе. И в девятку. Красов не доходит до цели. Выход 1-0 у Брукса Мейсика. Главный снайпер лиги уезжает за ворота. Передача. Гол! Без шансов. Кёртис Волк поражает уже пустые ворота. 1-1. Фантастическая передача Брукса Мейсика. Просто из такой ситуации отдал пустые ворота, можно сказать. Энергичный нападающий Никита Беняк вот здесь на скорости получил передачу от Кирилла Семенова. Проходит трех игроков Бориса и забивает! Вау! Никита Дыняк! Безусловно, это одна из самых красивых шайб. Посмотрите на проход 86-го номера. 2-1. Акбарс в игре.